Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Так, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Север Ролиплей. Муник здесь Кирилл Путбуль. Итак, продолжаем развивать семью, пацаны. Мне подписчик одолжил 300 тысяч. Сейчас я покажу для чего. Кстати, снимаю эту серию в тот же день, когда я ФМУ создал. Просто не могу остановиться, пацаны, и решил записать еще серию. Просто, блин, мне так это нравится. Это, блин, ФМА. Эта система, блин, просто много идей. Хочу, чтобы уже нас было здесь много. Поэтому вот еще один видос решил записать. Сейчас я выкуплю бизнес, как вы помните, хотел в предыдущей серии в конце. Я говорил, подписчик мне денег одолжил 300 тысяч. В принципе, потому что у меня всего 2 миллиона оставалось. Вот. Так, давайте сейчас вот его купим, этот бизнес, в принципе. И надо будет за него еще заплатить. И продуктов завести. Так, давайте его купим. Наверное, команда Буубиз. Просто, ну смотрите, просто рядом будет у нас бизнес как раз. У вас не хватает денег, блин. Забыл. Нужно, чтобы деньги в банке. В банке были. Так, окей, сейчас тогда поедем в банк и уже купим этот бизнес. Так, вот я закинул деньги туда. В принципе, должно сейчас все сработать. Я постоянно забываю, когда вы покупаете дом или бизнес, у вас должны быть деньги в банке, а не на руках. Это когда тачки покупаете на руках, а когда бизнес или дом, должны быть в банке. Так, все покупаем. Есть. Пополнить счет. Окей, все. Купили мы 24/7, короче. Так, пишем Б-панель. Б-панель. Информация о бизнесе. В этом часу заработано 0 рублей. Так, цена за товар. Продукты. Надо продукты, блин. Так. Привести счет, продать бизнес. Открыть бизнес. Бизнес открыт. Окей. Установить цену за товар. Цену за вход. Короче, саму только надо привозить. Сейчас я еду в Южную, устроюсь на работу и поеду, привезу себе продуктов. Надеюсь, денег не... Короче, я пока что поставил Александра. В принципе, если он хорошо себя проявит, не будет косячить. Я его ставлю на втором заме. Первый это будет Леонид. Путбуль у него будет ник. А пока что я Александр поставил. В принципе, когда меня не будет, он будет, наверное, принимать людей. Так что запомните его ник, в принципе. Так, какой у тебя номер телефона? Сейчас спросим, чтобы вы знали, если что, сможете ему позвонить, в принципе. Так, вот его номер 44992, запомните, в принципе, и звоните ему, если вы хотите в семью, и меня нету на сервере. А мой номер здесь, сейчас я вам скажу даже, я сам не помню. Наверное, в описании будет номер, я хз. А вот, 37335, вот такой у меня номер. Как бы, зачем я купил бизнес, кстати, вы спросите, наверное. Потому что, ну, я думаю, нам нужно будет что-то покупать и так далее, и будет тут под боком, будет у нас 24/7 наш. Всю выручку, в принципе, я буду между вами делить, как бы, ну. Как бы деньги не будут уходить в минус, а просто будут идти ко мне, и я потом буду вам их отдавать. Я думаю, это будет довольно-таки круто. Так, не сюда. Нужно разводчик товаров. Транспорт нефти. Так, разводчик топлива, разводчик продуктов. Все, погнали. Так, короче, у меня вылетела игра, пацаны, но я вот доехал уже. 5000 продуктов загрузил, сейчас буду вести себе в бизнес. Так, вот я доезжаю, короче, уже к бизнесу. Здесь мне сейчас не вылетит, в принципе. Потому что это будет бамба Лейла. Так. Полный ваш заказ. Количество 5000 продуктов, оплата 130 тысяч. По идее, все, в принципе, я привез. Можно из нее выйти. Я так думаю, так. Б-панель пишем. Так, открыт, лицензия есть. 5000 продуктов. Окей. Все. Так, здесь можем закупиться, в принципе, фотоаппарат, аптечки, 10 аптечек можно купить. Так, цветы, очки, маска, часы, маску можно купить, сигарет можно купить. В принципе, тоже нормально. Сижи купить можно и все. Давайте 30-ку сижи купим.
Ну, здесь все есть, что нам надо, пацаны, смотрите. Аптечки есть, фотики, в принципе. Часы, маска есть. Ремкомплект для... Вот, ремка есть еще. Так, и давайте маску купим. Так. Так, маску, как маску одеть? Маск? Как-то маску одевать. А маск... Маскон. Все, в принципе, у меня теперь, наверное, не будет видно, типа. Я хрен знает, на самом деле, что это влияет. Так, давайте попишем FF Fix Car. Во, все. В принципе, в будущем я планирую купить себе еще машин, чтобы у нас были самые элитные машины во всех семьях. Куплю самые дорогие тачки просто и купить себе, ну, купить нам, точнее, какой-то охрененный дом. Но пока что этот нас устроит, в принципе, здесь есть 24 на 7. Какой нам будет служить добротно, в принципе, он нам нужен как раз. И давайте я сейчас спаун сделаю, спаун, чтобы был здесь, в принципе, для вас. Вот здесь пишем так, короче, так. Сейчас сделаю тут спаун. Так, family пишем. И улучшение, спаун. Так, все. Вот такую команду пишете, спаун чанга, и здесь выбираете семья. Все. Теперь вы будете спавниться здесь. Запомните эту команду, в принципе, спаун чанга, чтобы когда я вас принял, вы здесь прописали, в принципе, и вы будете здесь спавниться. Почему не в доме? Потому что там интерьер, я, чтобы вы не забагались, в принципе. А здесь вы вышли, в принципе, вот машины стоят, можете брать, как бы, ну и так далее. Я думаю, так будет лучше. Сейчас сделаем сейф. Но сейф, я думаю, надо дома делать. Хотя, можем и здесь его сделать. Я в армейке. Так, вот я еще сейф поставил, пацаны, команда сафы. В принципе, деньги, оружие сюда можно ложить. Положить оружие, взять оружие. Так, а как положить оружие? Примерно используйте количество патронов. Это надо где-то искать оружие, наверное, покупать. Там наоборот. СБ. Ну, пробуй. Пробуй. Так, сейф я поставил, короче. Так, деньги положить. Давайте положим, допустим, семейный банк. Ага. Положить 300 тысяч. Вот, мы положили 300 тысяч, и все, у нас тут есть 300 тысяч, по идее. Да, 300 тысяч есть, пацаны. Поэтому все заебись. В принципе. Я же ремкомплект покупал, как его использовать? Ремком. Давайте лампу починим. Ремком. Все, починил я ламбу. Потом можно будет тачки переставить, в принципе. Ну тут моя машина стоит. Я могу себе еще две машины купить, кстати. Поэтому, может быть, что-то себе приобрету. Но пока, в принципе, ламба есть. Так, сафы. Оружия у меня нету. Да, 300 тысяч есть. Все заебись, пацаны, все работает. В принципе, я думаю, нормально у нас будет база. Это пока что на время, там, на месяцок. Посмотрим, как оно пойдет. Надеюсь, все-таки вам это понравится, и вы будете ко мне приходить, и будем вместе играть. Я думаю, это будет круто. Вот такой у нас будет база, короче. Вот машины, сейф там стоит, спавниться будете там. Как раз, в принципе. Поэтому, я думаю, все будет четко. Все будет реально очень четко. Поэтому ставьте обязательно Лукаса. Так, фотик. Давайте вот так вот сделаем скриншот. И вот такого еще скриншот сделаем. Со стороны. В принципе. Я думаю, будет круто. Вот так вот, все. Либо вообще вот так вот сделать скриншот. Так. Не, хотя так будет по-глупому. Так, я буду следить, чтобы дом не слетел, ни бизнес не слетел, чтобы все было замечательно. Буду каждый день заходить, принимать вас. Стримы буду делать, наверное, чтобы вас, как так сказать, принимать. Поэтому не пропускайте, ставьте колокольчик. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не подписан? Приходите обязательно на сервер ко мне в ПМУ. Я буду очень рад. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.